Йо, братишки, всем привет! На связи я, Туркиникс, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем также играть на Advance RP Chocolat, и сегодня бы я хотел немножко рассказать про изменения. И вообще, сегодня бы хотел еще затюнинговать свой мотоцикл, посмотреть, какие тюнинги на него можно поставить, и вообще, как он модифицируется. Что-то вроде бак увеличить можно, не знаю, посмотрим все вместе с вами. Вы, наверное, уже заметили мой новенький худ, потому что АХК у меня не принимал тот худ и не работала смена оружия для МВД. Тут все вроде довольно нормально, и худ такой большой, с большой картой, как мне и нравится. Нужно будет отправляться в Висэш за моим за моим мотоциклом. Вот честно, я хочу поменять цвет у него на фиолетовый. Модельку я еще пока никакую не поставил специально, чтобы цвет нормально подходил. Может, даже в этой серии поставлю модельку, все вам покажу, будет очень-очень четко. Что мне нравится в этом худе, в том, что вот, например, если у нас есть погоня в РК, там, в Дискорде где-нибудь, то у нас показывается север, юг, запад, и они динамичные. Вот, видите, я виляю, и все показывается. Очень удобно координироваться. У всех МВДшников почти такой худ, кстати, стоит. Показывают все вот эти вот районы, казино «Розовый клюв», например. Не знал, что он так называется. Ну вот, оказывается, у него на самом деле такое название. И серьезно, кстати, вот розовые оттенки такие. Может, он правда так называется, не знаю. Слишком много слов называются. Ну, короче, понятно. Все, вот он уже весь сэджик. Сейчас мы будем заезжать за моим мотоциклом. А потом отправимся уже в сам тюнинг. Я не знаю, кстати, где именно нужно модифицировать. Красить я знаю точно, что можно в самом салоне. Вот он, мой мотак. Давайте, значит, лак один. Погнали. Я, кстати, вот вообще им нарадоваться не могу. Он очень-очень четкий. Вот прям удовлетворен своей покупкой на все 100%. Не знаю, кстати, можно ли перекрашивать в магазине высокого класса. Потому что там надо будет платить 3000. А тут можно будет бесплатно, ну как бесплатно, за питишь всего перекрасить. Это не так много. Вот она, перекраска покрасочной работы. Ну-ка. Во, нормально. Давайте я сейчас выберу себе цвет. Чуваки, я высмотрел. 2-1-1, это такой темно-фиолетовый цвет. И давайте белый. Все, питишь с нас сняли. Но, кстати, вот почему-то перекрашено небунка. Если выключить ENB, тоже не перекрашен. Кстати, вот не знаю, с чем это связано. Может, надо перереспавнить? Ну, попозже уже посмотрим, я сейчас не буду респавнить ничего. Давайте отправимся уже в самый настоящий тюнинг, где я прокачаю свой мотоцикл по скорости и так далее. Но вообще я хочу просто посмотреть цены, серьезно. И немного поговорить с вами, потому что я обещал ролик каждый день. А ролики каждый день чисто сложно, только по темам. Я не знаю, о чем снимать. Буду снимать обычные будни мои, чем я занимаюсь, можно сказать, целыми днями. Сейчас я вообще сидел, смотрел стрим Стива и такой, думаю, почему бы мне не записать ролик. Давайте попробуем застантить. Оп. Все нормально, вообще смотрите, как пролетело через этого. Ох ты ж. Воу, ребят, что за дела? Нормально так. Так, значит, ИТ-206, 286. Блин, я того чувака ИТ не увидел. Чё это за ДМ такой жесткий? Ну, чуваки, вообще, вот реально, вот это огромная наглость. Чё вот я ему сделал? Он ехал не по дороге. В меня врезался, еще задемил. Но я думаю, кину на него жалобу, потому что это реально очень жестко. Тем более офицерский состав, там армейки какой-то. Блин, это прям реально жестко. Сейчас придется мне пешочком бежать к моему мотоциклу. Надеюсь, он еще, кстати, там лежит. А если еще и не там лежит, мне придется релогаться, брать мотоцикл и опять все переснимать. Это прям вообще жуть. Вот честно, вот от таких людей желание играть вообще отпадает. Потому что, ну блин, ну что я ему сделал? Вообще непонятно. Реально непонятно. Чуваки, это реально какой-то лол. Смотрите, соединение просто на секунду потерялось и перезагрузилось. У меня реально нет слов. Придется сейчас сетспавниться в гостиничном номере и опять релогаться. Это чё за... Вообще чё за дичь?
И отбежать немного не успел, алё. Все, чуваки, короче, я зашел. Смотрите, даже не с первого раза у меня подключился к серверу. Не знаю, может, DDoS. Хотя онлайн 600. Хотя не знаю, вот реально, может, действительно такой онлайн держится в 12 ночи. Но зашел не с первого раза. С инетом у меня все в порядке, я проверил. Еще как только вылетел. Хз, короче, как на это все реагировать. Пока что все идет против меня. Ну все, я уже на своем мотоцикле. Мне, в общем-то, волноваться не за что. Давайте застанем четко и выедем. Чтобы не делать такой большой круг. Ну вообще, вот этот адванс, вот он только что показал свое лицо, можно сказать. Честно, вот такая игра меня не очень-то устраивает. На того вояку я, короче, уже точно решил писать заяву, жалобу, чтобы его реально уволили, заварнили. Еще и со сивоным другом, еще с каким-то там пацаном за участие. Ну, это реально жестко. Офицерскому составу сейчас бы дэмить. Это... нет, так не положено точно. Не знаю, примут ли у меня без таба, потому что в табе был только один чувак. Остальных я хз, ид какой. Если бы мне сейчас, например, пересматривать заново, перезаписывать ролик. Не знаю, вообще приняли бы такое или нет. Так, там какой-то бомжик, давайте-ка его подвезем. Или офнулся, а нет. Ой, так он 30 минут АФКшит, ну пофиг, тогда не будем ждать его, тем более он, может, даже не зайдет. Ну что, мне проехать-то совсем немного осталось. Вообще не знаю, тюнятся ли мотоциклы на расширение бака и вот на это все. Надеюсь, что да, потому что хотел бы затюнить свой мотоцикл. И вообще еще, кстати, думаю, может, ФКР взять. Этот потом продать, взять ФКР, потом уже на ФКРе долго ездить. Не знаю, вообще, чуваки, у меня столько мыслей в голове, и серьезно. Ни с чем с этим разобраться не могу. Скоро, кстати, может быть, будут полицейские будни, потому что парни мне сказали, что они, типа, тоже переводятся в ФБР, и будем, типа, вместе с ними снимать все эти покатушки, аресты, РПшки, ну, короче, поняли. Вы чё, угораете? Чё с адвансом такого? Почему сервер не отвечает? Алло, товарищи. Короче, братишки, посмотрите на это время. Сейчас уже 3 часа ночи. У меня очень маленький FPS. Короче, рассказываю. Я сейчас вот ехал. У меня включился свет во всей деревне. У меня сейчас прям очень жутко все фризит. Меня это очень-очень сильно бесит. А, кстати, где тут тюнинг-то был? В общем, свет охнулся на 2,5 часа или на сколько там, я не помню, когда, во сколько я снимал. Короче, прошло очень много времени. У меня что-то случилось с ноутом. Сейчас у меня все жутко лагает. Я думаю, на этом придется остановить запись. Ролик получился более-менее такой, но лайк я за него тоже просить не буду, потому что, ну, перекрасил мотоцикл и немножко поговорил, это тоже что-то... Это не то, что вы хотите видеть, я, конечно, понимаю, но, как я обещал, ролик каждый день. Если я сейчас его не отмонтирую, быстренько не залью, то вы очень сильно расстроитесь. Поэтому давайте, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Туркин Икс. Подписывайся на канал, если еще не подписан. И жди моих новых крутых роликов. Пока-пока, братан.